Обычно кассирша Эрлин Суарт – милейшая дама. Спасибо. Но этот парень сейчас познакомится с ее темной стороной. На Эрлин нападает вор с отверткой в руках. Я думала, он полез за пистолетом, а это оказалась отвертка. Открывай. Я испугалась. Он сказал открыть кассу с деньгами, что я и сделала. Назад, назад! Эрлин демонстрирует покорность, но когда вор пытается сбежать, он оказывается в ловушке. Открывай! Эрлин заперла дверь. Я подумала, у него нет пистолета. Он никуда не уйдет, ведь у него просто отвертка. Эрлин достает свое оружие, деревянную дубинку. Она не собирается сдаваться. Я ему сказала, пройдешь мимо меня, и я насажу тебя на эту палку. Сегодня ты отправишься в тюрьму, дружок. Черт! Полиция прибывает быстро и выполняет обещание Эрлин. Не двигаться, руки за спину. Если вор думал, что может ограбить Эрлин, то его ум явно не такой острый, как его отвертка. Черт! Да, моя дубинка была больше его отвертки.